Мужская сборная России по кёрлингу уступила команде Швейцарии со счетом 3-7-0-2-0-1-1-0-0-0-1-0-0-2-0-0-1-0-0-2 в девятом матче в круговом турнире на чемпионате мира в Лас-Вегасе. За сборную России выступают Алексей Тимофеев, скип, Сергей Глухов, вице-скип, Артур Ражабов, Евгений Климов и Артем Шмаков. Для россиян это поражение стало четвертым в 9 встречах. Сегодня команда Тимофеева сыграет с соперниками из Шотландии, 7 апреля встретится с командами из Нидерландов и Южной Кореи. Сборная России делит пятую строчку со сборной Швейцарии в турнирной таблице, напрямую в полуфинал попадают две лучшие сборные. Команды, занявшие места с 3 по 6, сыграют в дополнительной квалификации. Сборная России уступила швейцарцам на мужском ЧМ по кёрлингу в США.